ракета. Вот так вот выглядит. Теперь у нас все. Вот так вот выглядит мой дом. Окон не пооставалось. У меня вся квартира вынесена. Я за стол сразу. Не понятно. Ой, как он из стену глянет. Ну, две кошек чернила поразбивала. Господи, как бы что-то делать. Кошмар. Это что такое? Это вообще кошмар. Получается, вот балконная рама, она осталась. Но ее выбило, да. Ее может просто подпенить. Это просто подпенить и закрыть. Сейчас размер сделаю. Да, следующий посмотрю. Здесь, здесь внутренняя рама вылетела. Ну что, шарахнула так, что я же говорю, выскочила в коридор. Один тапочек через 15 минут нашла. Ну ничего, я же говорю, слава богу, что мы живы. Переживем и это. Бачив, ну, прокинувся від гучного вибуху, ось цю будівлю прямо напроти мене попала ракета, я прокинувся, все вікна, все двері вилетіли, потім чую, ще летить ракета, прям чую, і другий вибух. І я от тільки нещодавно прийшов. Пошкодження дуже великі, ви бачите все самі. Автобус, 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 авт